Привет, друзья! У меня на огороде завелся вот такой вот крут. Посмотрите. И я поймал его с помощью вот таких крючков. Смотрите это видео, и я вам расскажу, как поймать крота с помощью крючков. Поставьте лайк и пользуйтесь моим способом. Смотрите видео. Всем привет! Я к вам сегодня выхожу с жалобой. На мой участок опять пришел крот. Пришел он с соседнего участка. Оттуда. Кучу, прям мою лагинарию подрил. Ну, плод сам. Он-то целый, но он сюда выгорнул землю. Пришел он вот оттуда. И вот свежая еще утром была сырая земля. Вырыл кучки. Ну, идет он, конечно же, к бурячкам. Бурячки. И там морковка. Он чувствует, я думаю, где его съедобные растет. Как я его буду ловить? Я одного уже поймал. Но того крота я тут был на участке. Я его вылил водой. Разрыл, заливал водой, и он вылез. Сейчас я попробую способ, которым я на другом огороде поймал. Это вот такими вот крючочками. Это крючки на сома, тройнички на проволоке, привязанные к арматуре. И ловить его очень просто. Вот смотрите, последние кучи, значит, он сейчас активно пользуется вот этим ходом. Надо найти, где его ход. Вот здесь он землю выгорнул, и там земля. И вот он так примерно шел. Просто берем шампур и протыкаем землю. И таким способом мы найдем, где его ход. Должны найти. Вот. Я уже нашел. Тут ход. Можно здесь разрыть и засунуть крючки. Тут еще посмотрим. Вот его ход. Вот. Прямо здесь. Здесь шампур. Легко идет в землю, проваливается. То есть мы шампуром чувствуем, где ход крота. Поэтому сейчас я разрою. Не буду показывать процесс, я один снимаю. Я разрою ход и покажу вам, как заправить крючки в нору. Ну а найти ход очень просто. Если на вашем участке крот, можно поставить крючочки. Просто берете, еще раз смотрю, шампур и вот так ищите. Вы почувствуете. Смотрим дальше, как его ловить. Ну что, друзья, я немного в другом месте нашел его ход, где более удобный, потому что там, где только что показывал, начал копать, и там его ход глубоко. А вот тут у меня кукурузи. Вот, если по шомпу, то смотрите, на глубине, в принципе, шомпура его ход. Вот, если его воткнуть, вот так. Теперь смотрите, как мы делаем дальше. Разрыл нору, лопатой я раскопал. Есть ход в эту сторону и ход в эту сторону. Пришел он оттуда, соседского участка. Туда пошел мой участок. И теперь я беру крючочки на проволоке. Проволока — это двойка. Надо двоечку, потому что полторушка будет мало. Она гнется, и он проходит. И просто комары кусают. Короче, проволоку, смотрите, запихиваю внутрь с крючками. Туда. Как можно глубже. Ну, у меня где-то около 80 сантиметров длина проволоки. И я туда запихнул. И в эту сторону я запихиваю, смотрите, запихиваю одну проволоку с крючками. По два крючка. Ну, сейчас я запхаю полностью все. Смотрите, в эту сторону и в эту. Два крючка туда и два туда. Дырку оставляем открытой. Я ее не засыпаю, чтобы здесь заходил воздух. Крот боится сквозняка, и он обязательно будет идти по своему ходу, чтобы закрыть эту дырку. Поэтому он будет ее взрывать. И когда он будет идти, он должен зацепиться за крючок. И так мы его поймаем.
Ну, сейчас я видео опубликую до того, как мы поставили крючки. И если получится его поймать, в следующем видео я покажу, как его поймал. Поэтому смотрите на моем канале обязательно продолжение этого ролика. Я покажу, поймал я его или нет. И я еще сделаю отдельное видео, как я поставил крючки. Отдельное видео сделаю, как полностью, как я ставлю крючки и как я его поймал. То есть подпишитесь на канал, оставайтесь со мной, увидите, как получилось или не получилось поймать крота. Думаю, какое-то решение найдем. Кто пробует, тот всегда находит, у того всегда получается. Ну, я вот таким способом одного крота уже поймал. Сейчас буду ловить второго. И напомню, что еще одного крота мне удалось вылить водой. Всем пока. Поставьте лайк. Пользуйтесь таким лайфхаком, шомпуром и такими крючочками. Ловите крота. Ну что, друзья. Утром проснулся, и я сходил уже проверил нору. Крот зарыл крючки с обоих сторон. То есть он сделал обход, и обошел и с той стороны зарыл. Я раскопал, но он не попался. Также последняя куча была здесь, он ее разрыл, она стала больше. И за ночь он вырыл прямо под буряком, смотрите, новую кучу. Пока что не рыл, это утром он вырыл тут. И я раскопал там, где поставил крючки. Опять заправил крючок, но заправил теперь в одну сторону. Сейчас буду следить, с какой стороны он будет приходить закрывать нору. Ну а сейчас давайте проверим после моей утренней охоты, что он сделал. Вот новые дырки. Он их пока что не трогал. Смотрите, здесь разрыто, и там я раскрыл, пока что он не приходил, не зарывал. Ну как-то так. Ждем дальше, пока он будет тут бродить. Итак, утро уже третьего дня. Я пришел, смотрю, соседка почему-то убрала мои крючки, вот сюда положила. Потому что поставил я на соседском участке. Нашел нору. Он там, скорее всего, ходит. Сейчас я проверю, что там случилось. Почему она убрала крючки. Тут лопата, сапа. И норы зарыты. Она поймала крота. Ну, крот поймался, и она его убила, что ли. Меня не дождалась, хотел вам показать процесс, прям как он сидит там на крючке. Ну, может, она под ведро положила его, потому что здесь не было этой кастрюльки. Вот крючочки. Да, поймался крот, и она его убила, не дождалась меня. Ну что, друзья, метод работает, на крючки поймался крот. Поэтому пользуйтесь таким вот способом, как поймать крота. Всем, кому был полезен этот видео, кому было полезно, поставьте лайк. И расскажите друзьям, как можно избавиться от крота, который забирает ваш урожай. Ну что, на этом пока. До новых встреч.